Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Финанс трейд базы Player 5339. Так, которой понадобится 1-2 сишки, один железный топор и штук 5-6 обычных. Так, сразу глянем, что тут в байке. Ничего интересного. В пикапе бревна. Ну и поехали на ту сторону, которую надо взрывать. А именно противоположную вот этой. В прошлый раз я родился поудачнее, прямо напротив того места, где взрывать надо было, но сегодня не повезло. Так, ну примерно вот здесь я встану и вот тут будем взрывать. Раз, два, три, ну четвертую стену попробую взорвать. Готово. У меня 97 шума, осталось два топора и один ящик, который надо открыть. Тут я взорвал, тут ломаете стенку второго уровня, тут турелька, которая на вас не обращает внимания, если вы стоите как-то вот так вот с этой стороны, можете даже вот так подойти, она не будет стрелять по вам. И давайте смотреть, вот тут, если взорвете, получите броню вот в этом ящике, 5-6 цветов спецвойск. Так, тут камни, каменные блоки, меня не интересуют. Здесь у нас огнестрел. Угу. Так, ладно, давайте огнестрел сюда. Ресурсы пока так пусть поезжат. Бензин. Угу. Дальше. Так, это заберу. Здесь должен быть сломанный огнестрел. Да, вот он у меня уже места нет для него. Так, тут у нас 4 блока и дробаш. Сейчас забираем. Здесь я уже показывал, да? Здесь камни. Окей. Так, давайте посмотрим в этом ящике хрень всякая. Здесь ровно. Тут доски, которые мне не особо-то нужны. Ну и ломаем последний ящик. Икса, тут у нас рута железная, да, тоже помню. Ну и вот такой лут мы имеем за одну сишку. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.